УАЗик завели. Че, Яндекс поедем возить, да? Так, что там сейчас посмотрим на приборке, какой пробег хоть. Передний мост подключен. О, пробег всего 354 тысячи. А не, вру, 35 472. Да он новый. Да, я правда не знаю, что там горят у вас фары. Похуй, едем. Печку надо? Пока не надо, пока нормально. Весна же. Выезжаем. Надо двумя руками держать камеру, иначе пиздец. Так, приборы у нас нормально работают. Хуйня, половина неправильно. Не, ну аккумулятор, он заряжается хорошо, все как надо. О, гену показывает четко. Вот, генератор работает. Да, сейчас, наверное, надо... Нам нужен полный привод? Нет, конечно, у тебя сейчас бензин сожрет сток на полном приводе. Так, вырубай полный привод. Так, а, это у меня пониженный шаг был? Я не разбираюсь. Да, вот, все. Все вырублен? Ну, это повышено, это задний мост отключен. Все. Что, на переднем только едем мостом? На заднем. А, на заднем. А передний отключен? Да. Отлично. Держим руки. Они просто от страха испугались и быстро выехали. Они подумали, что заглохнет вместе с УАЗиком. Так, что там у нас сзади? О, охуенно, едем. Давай первую включи. А зачем это? Вторую? Ну, вторую давай включи. О, скорость включилась. Трогай. Ты пока габарит херово, да, задний чувствуешь? Что там? О, едем в Лосиный остров. Сиденькой, да? Да, лосей кормить. И кабанов гонять. Что, туда напрямую? Напрямую ты не уедешь, а, там в запор. Да это для него фигня. Ай, блядь, сука. Ай, не гони, тут же яма. Ай, сука, блядь. Так ну-ка, Антон, такой контент ничего нет. Контент охуенный. Я напишу, что детям не смотреть, а то психика пострадает. Давай. Ай. Нормально развлекаемся. 40, он мягко. Мягко, очень. Очень мягко. Так, ну ладно. До лесов чуть-чуть остается. Так. Ну слушай, герметика это на время там хватит, а потом опять ссать будет. Нет, прокладку отмазан с двух сторон герметиком. И затягивай. Почему ссать у тебя будет? Антон, там... Я может не будет, я понял. Двигатель без адского давления, чтобы там херачить его. Ну ясно. Но все равно сюда полусинтетику, короче, максимум, что можно лить. Естественно, конечно. Синтетику точно нельзя лить. Да, нафига я такой. Ну да. Вот она, сельская дорога. Да это фигня. Ну это пока да. Ну ничего большего не сложно. Нам главное место потом найти, где я буду разворачиваться. Ну там сейчас пятачок где разворачивается. Ну тут уже помягче, видишь, где это не так жестко бьет. Где лед? Да, тут получше. И воздух сразу лучше. И резиной жженой не воняет вроде. Ну оно может там чуть-чуть. Оно будет, иногда цепляет. Цепляет, да, может там мост шевелится надо, я ж не знаю. Собственно говоря, вот дальше там тупик. Да, печаль. Там тупик, да, только здесь развернуться. Ну, можно доехать до упора. Ну, давай туда мы подъедем, туда. К башне, которую мы хотели посмотреть. Там башня какая-то запрошена. На озеро? На озеро. А вот здесь направо что там? Ну, да, машина. А, ну да, туда это. Ну, пойдем сходим на озеро, пока отдохнет. Эй, ну что ты сделал? Ты зачем его заглушил? Как я отсюда пешком пойду? О. Что, может, вот здесь сугробчик попробуем? Блин, у тебя лопата с собой есть? Есть. Ну смотри. Ну я бы лучше не стал. Я бы вон туда бы заехал бы там. Я бы жопу туда бы сдал. Да. Ну вот там, где все стоят. Вот на той парковке. Ну смотри, ты передом хочешь? Ну надо включить. Газ, помощь. Газ, давай. А что, буксуешь? Давай. Ну и
чуть-чуть. Оба! Ебать, блядь. В каком-нибудь сугроб будем заезжать? Ну, хочешь заесть вперед чуть-чуть? Не сильно так. Попробуй для начала на лайте. На изи, чтобы было. Раз, раз, раз. Сейчас потихонечку. Потихонечку. Давай, давай, давай. Еще давай. Ну, что ты газу-то давай. Да не, мне кажется, он сдохнет быстрее. Скользит. Скользит уже, да? Вот это не пойму, что звенит. Ну, что-то звенит. Чуть-чуть. Вот это? Нет, звенит это этот у тебя. Бензонасос этот цыкает. Нет, бензонасос цыкает, а что-то... Вот этот звук такой? Да. Знаю, тут разные звуки. О! Все, моща кончилась. Блин, стрёмно заводится. Смотри, стартер может ушатается скоро. Я бы почистил контакты бы на стартере для начала. И массу бы ему сделал хорошую. Надо пониженную, наверное, да? Да, наверное, что-то надо выбрать. Столько, такой богатый выбор передач. И пониженный, и повышенный. Чтоб толкать его, главное, пришлось. О, ебой, нормалёк. Ну все, оффроуд закончился. Ну припаркуйся пока. Ну куда ты поехал, блядь? Ну уж застрянешь. Что, лопата же есть? Не, пока копает. Так, теперь вперед чуть. Пониженная включена. О, выехали. Ну что, пойдем. Хватит месить месиво. О. Так, что там у нас? Сейчас турбинка остынет. Турбинка, да. Ой. Сейчас посмотрю, что там натворил. Ой, какие-то провода висят непонятные. Опа. Ой, что тут? Ага. Ну такое себе. Чуть покопали. Вон там у нас покрышки все в снегу.